Привет всем, это Ярик Майн. Ну что ж, я решил снять, как я отдыхаю. Я отправился в горное путешествие. Сейчас я вот еду возле какой-то базы. Горы тут еще маленькие. Вот тут всякие ямки. В общем, решил я отправиться в путешествие, отдохнуть, набраться сил, и решил заснять, как я отдыхаю. Ну что ж, вот дорога, по которой я сейчас поеду на своей машине. Машина у меня новая, только купил буквально месяц назад перед отдыхом. Вот дорога, тут ямки, линии электропередач какая-то. Заборы по бокам, ну и горы. Только проехал этот холм, тут было тяжело проехать. Сейчас отправляюсь далее на базу, там уже отдохну. Ну что ж, предлагаю сесть в машину и поехать. Ну что ж, поехали. Ну и вот все-таки мне интересно, что это за заборы. Так как... Так, что произошло? Срочное включение, друзья. Я провалился в какой-то сугроб на машине. Не знаю, где я. Я, как сказал, отправился в горное путешествие, куда-то провалился. Я не знаю, что мне делать. Я, наверное, сломал ногу. Надо вылазить отсюда как-то. Я лежу. Очень плохо, вот можете поглядеть, вот я лежу, я камеру повожу вот так вот. Давайте отсюда вылазить. Так, вот, встал. Пошлите отсюда. Надо как-то отсюда вылазить. Где я не знаю. Сейчас идет снег, холодно. У меня теплой одежды нету. В машине тоже ничего нету. Ехал я на базу. Давайте пойдем поищем, где тут что есть. Какое-то замерзшее озеро. Выбой. А это что? Смотрите, друзья. Это какой-то дом. Дом. Ура. Дорога проходит. Тут опять вот какой-то яма большая. Давайте мы пойдем в дом, я не знаю. Стыдно стучаться. Но надо что-то сделать. Итак, пошлите. Постучимся. Так. В окне никого. Ладно, давайте зайдем. Так, тут коврик. Окна заколочены. Как-то это все странно. Коробка. Так. Тут у нас еще одна комната, камин. Погреюсь сейчас. Вот так вот, возле камина. Сейф. Ладно, не время сейчас греться. Сейф, елочка маленькая. Стол с едой. Но еда, кстати, свежая. Не похоже, что она тут лежит уже неизвестно сколько. Стол. Так. Кровать. Не знаю. Сейчас посижу, погреюсь. Да и надо уже как-то прилечь и ложиться спать. Уже поздная ночь, как видите. Около часу ночи. Так, руки согрею вот так вот. Давайте приляжем. Если что, кто-то войдет, я дико извинюсь. Ну, возможно, может, договорюсь как-то, чтобы пока пожить до помощи.
Ладно, давайте уже ложиться. Вот я лягу. Вот. Ладно, включусь уже утром. Ну, а если что-то будет происходить, конечно же, включусь в любое время. Кто это? Так, это слышь... Кто это? Так, давайте спрячемся. Так, там не видно никого. Так, куда спрятаться? Куда спрятаться? Так, это что? Так, давайте сюда. Ладно. Так. Кто там стучался? Кто там говорит? Вы слышите это? Как-то это странно. О, что он делает? Что там делают? Так, надо потише говорить. Что там происходит? Что так? Свечка, свечка. Давайте встанем. Зажжем свечку. Так, ну предлагаю осмотреть. Я в какой-то подвал залез. Давайте осмотрим, что тут есть. Давайте посмотрим, что тут лежит. Так, тут у нас дробовик. Давайте возьмем. Что я вообще говорю? Дробовик, откуда он тут? Что-то это как-то странно. Деньги, патроны. Я не знаю, кто там. Давайте я лучше возьму. Мне очень страшно. Давайте патроны положим. Штаны теплые. Ножик какой-то. Давайте мы его возьмем. И деньги. Деньги, я не знаю, зачем они тут. Тут смысла нету им. Ну ладно, давайте штаны оденем, чтобы потеплее было. Так. Дробовик. Давайте зарядимся. Так, я не знаю, стоит туда подниматься или нет. Но у меня есть ножик и дробовик. Так, ну вроде все стихло. Давайте мы... так, всем доброе утро. В общем, поспал я ночь. Ничего не слышал, ну, резких громких звуков как минимум не было. Так, ну предлагаю подняться, как бы там ни было. Так, постучим. Там никого не слышно. Так, на улице у нас день. Так, камин горит. Какой-то сейф. На улице день, никого не видно. Ладно, давайте посмотрим, что в сейфе. Так. Пистолет. Мне это не нравится все. Деньги, пистолет. Я не знаю, стоит это брать, нет, но мне очень страшно. Лампу возьму. Ну и вот такой пистолет. Давайте мы его зарядим. Дробовик тут. Так. Итак, давайте поглядим, что в той комнате. Так, тут у нас ничего не изменилось. Это странно. Ладно, в сейфе у нас ничего не осталось. Давайте выйдем на улицу. Мне страшно. Но придется это сделать. Итак, давайте выйдем.
Ну, на первый взгляд, никого. Так. Там тоже никого. Пошлите мы к машине. Лучше с дробовиком. Так, да, как видите, я въехал тут серьезно. Давайте слезем. Я не знаю, как мне ее вытащить. Так, камера уже разрядилась. Пойду в дом. Заряжу камеру и, наверное, уже потом запишу продолжение. Так, надо залезть. Так, пошлите обратно в дом. Побежали. Видимость плохая. За забором вообще ничего не видно. Не знаю. Так, ну окна тут заколочены. Довольно сильно. Давайте-ка поедим что-нибудь. Чуть-чуть. Так, у меня есть лампа. Ах. Наверное, тут пока что придется пожить, потому что наверху страшно. Кто-то стучится по ночам. Это надо будет расследовать. Ладно, камера уже села. Наверное, уже следующую часть потом засниму, когда заряжу камеру. Ну, всем до скорой встречи. Пока что полежу. Надеюсь, я тут выживу. Пойду заряжать камеру. Ладно, до новых видео. Надеюсь, если я не умру тут от голоду. Ладно, отключаюсь.